георгинов у меня очень много, у меня 80 георгин, я их очень люблю. Начала, естественно, с первого подъезда, и так потихоньку шла в эту сторону. Сейчас вот облагораживаю пятый подъезд. А то жалуются жильцы, говорят, там красиво, а у нас пусто. Сегодня комиссия конкурса «Цветущий город» приступила к работе. Теперь еженедельно мы будем выезжать на объекты, оформленные цветочным оформлением, на территории МКД, на территории образовательных учреждений, на промплощадку, на территории общественной, где оформляют клумбы тосов, для того, чтобы оценить, для того, чтобы пообщаться с жителями города, которые делают все возможное, чтобы город был цветущим. Сейчас уже подано 75 заявок, но все еще впереди.